Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса, 11 ноября». Сообщают о том, что сегодня около 3 часов ночи Николаев в очередной раз подвергся вражескому ракетному обстрелу, предварительно из зенитно-реактивной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все 5 этажей одного из подъездов. Сперва сообщили о том, что известно о 2 погибших, также 2 человека ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Кроме того, повреждения получили жилые дома, которые расположены рядом. По состоянию на 9:20 из-под завала жилого дома спасатели изъяли тела 3 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается. В районе 9:30 Виталий Ким, глава областной военной администрации Николаева, сообщил о том, что, к сожалению, уже 4 погибших. И вот буквально в режиме реального времени, несколько минут назад, появилась информация о том, что уже 5 человек погибших нашли в результате спасательной операции. Но не исключено, что будут еще погибшие, потому что разрушения очень сильные, вы можете видеть и на кадрах. Дом полностью разрушен с 1 по 5 этаж, вернее с 5 по 1. Спасательная операция продолжается, я на связи, как будет обновляться информация, сразу буду сообщать. Это все, на что способна российская армия бить по жилым домам, в которых мирно спали обычные люди. Вот. Они не имеют никакого успеха на фронте, они теряют населенный пункт за населенным пунктом, и поэтому уже в зверстве, в злости пытаются нанести максимальный ущерб нашему государству и нашим людям. Берегите себя, берегите своих близких. До встречи в новых видео. Всем пока.